Из Парижа с любовью известный художник Олег Шелудяков приехал в Новосибирск с персональной выставкой. Его картины уже произвели фурор в Европе. Как приняли живописца в Новосибирске на родине, расскажет Александр Железных. Выставка Олега Шелудякова для ценителей искусства – большое событие. Его работы экспонируют в зарубежных музеях, увидеть в Новосибирске – редкость. Хоть художник и родился в Академгородке, живет и работает в Марселе. В Новосибирск художник привез больше 80 работ. Все они были показаны до этого во Франции и в Германии. Но именно эту картину посетители сегодня увидят впервые. Все экспонаты на выставке связаны одной темой. Сам художник назвал ее эффектом желтой бабочки. В его картинах даже незначительные элементы играют свою роль. Мастер отдает предпочтение конкретным образам, а не абстракциям. Я критично отношусь к своим работам. Иной раз посмотришь, и кажется, что нет, что-то не дотягивает здесь, не очень работает. Ну, показывать я ее не буду, то есть она недостаточно сильная. Что с ней делать тогда? Тогда ее надо закрасить, и тогда она начнет работать. Она не пропадает, потому что когда картину записываешь новым слоем, то он же не пропадает. То, что есть, фактуры, где-то цвет, он все равно выскакивает, то есть он обогащает новую картину, которая появляется. Вот поэтому она не совсем куда-то уходит. Сибирский француз, как называют его коллеги, в своем творчестве обращается к разным жанрам. Пейзажи, портреты и натюрморты у него соседствуют с анималистикой. Узнаваемые герои, попадая в сюрреалистический мир автора, трансформируются. Но главная особенность – сочетание стилей и техник. В настоящее время просто настолько палитра, вот эта гамма этих стилей, она настолько широкая, что каждый художник находит какую-то ниточку и начинает развивать свой собственный стиль. И теперь, ну я думаю так, что мы живем сейчас в такое время художественное, когда один художник равняется один стиль. То есть задача художника – это создать вот свое видение, даже не свой стиль, а какое-то свое видение мира, найти свою тему, найти свой образ. И вот это и есть художник. С выставкой галерист приехал в Новосибирск второй раз. Первый был в 2015 году. За это время он успел обзавестись поклонниками и друзьями. Но есть и те, кто не знаком с автором. Я не слышала об этом художнике, но мне захотелось посмотреть, какие натюрморты привезли в Новосибирск из далекой Франции. И какие? Мне очень понравилось. Действительно, дух Франции, и музыка, и люди. И очень приятно, что такая большая тут диаспора. Все любят. Это очень приятно. Побывать на выставке можно до 10 сентября в городском центре изобразительных искусств. В воскресенье художник проведет авторскую экскурсию. Александра Железных, Александр Ведерников, новости ОТС.